37-летний артист признался, что планировал создать семью с давней возлюбленной. Отношения Димы Билана закончились после выкидыша его девушки и неудачной попытки забеременеть. Певец рассказал, что у него был переломный момент, когда возникло отвращение ко всему, даже к себе. Проблемы накапливались долго, но последней каплей стал период, когда он планировал семью. «Я этого никогда никому не говорил. У меня должны были родиться двое детей. Это абсолютная правда», — отметил музыкант. Дима заявил, что это было не суррогатное материнство. «От девушки, которую я знаю, с которой я встречался, которую я любил. Это моя первая любовь в Москве». До того, как начался этот вертеп с недоверием, признался Билан в беседе с Ириной Шихман для YouTube-канала «А поговорить». Победитель Евровидения 2008 высказал мнение, что с годами он научился разбираться в людях. По словам певца, он стал думать, кто может быть матерью его детей, что она в них вложит. Так он встретился со своей девушкой спустя много лет. «Мы подумали, а почему бы и нет? Потому что больше доверия ни к кому особо не было», — признал Дима. Однако, когда его подруга была на третьем месяце, случился выкидыш. Все говорят, что девушки испытывают какой-то колоссальный кошмар и ужас. Но я тоже это испытал. Когда есть эта надежда, это ощущение, когда три месяца, двойня. Я, кстати, тогда направо и налево всем друзьям своим «Зачем ты, идиот, это рассказывал», — отметил исполнитель. Он заверил, что как мог пытался поддержать возлюбленную. «Ты успокаиваешь, как будто страдает только она. Про то, что испытываешь ты, никто не переживает. Все думают, а мужик, что с него взять, а внутри горит пожар, ты просто сходишь с ума». Начинается алкоголь и открывается ящик Пандоры, поделился откровениями Дима. Потом девушка Билана снова попробовала забеременеть с помощью ЭКО, но попытка была неудачной. После этого они окончательно расстались. По словам музыканта, они просто не могли больше смотреть друг другу в глаза. Исполнитель хита «Молния» признался, что всегда мечтал о детях. «Это для меня невообразимая вещь, сказка появления нового человека. Какой-то комплекс из детства. Потому что мне было 14 лет, когда у меня появилась сестра. Когда мне казалось, уже что все, я всегда буду один. Я был вторым родителем, потому я всегда с ней возился. Но все равно до конца поверить не мог. И вот у меня это не вышло», — с горечью констатировал Билан. Ранее певец рассказал о романтическом увлечении сразу двумя известными блондинками, в том числе Натальей Ветлицкой. Дима оказался в центре скандала после того, как отказался выступать на грандиозном шоу Евровидения в Амстердаме. Билан оскандалился в Самаре на концерте в честь Дня города 9 сентября. Певец не попадал в ноты и вел себя странно. После этого он признался, что был пьян, и дал покаянное шоу.